открывай. Давай открывать. Понимаешь? Да, так, теперь объясни мне, пожалуйста, другой момент. И насколько я вижу, каждый этот бачок имеет определенное название. Оно вообще что-нибудь значит в этой игре? Либо же это просто так? Просто. Это просто. Никакого, знаешь, экспириенса, либо же эксклюзива они не несут за собой. Ну, то есть... бишь, нету здесь каких-нибудь супер ящиков, либо же самых худших. Да. Нету, да? Они все одинаковые, и мы можем открывать любой из которых здесь имеется. Давай я первый. Давай, первый. Так, стой, стой, теперь не нажимай. Перед тем нажатием, я же должен понимать, какой цвет из этих всех является самым крутым. Красный. То бишь, красный цвет будет как можно лучше, и приоритет он у него крутой. Будет... самый крутой. Самый крутой. И, кстати, выглядит он неплохо. Ну, давай, нажимай тогда. Серый, я так понял, это херня с бать. Фу, нам... это понос это бобра. Просто понос, который вообще не нужен нам. Это понос бобра. Так, мы получаем с тобой один понос бобра. Нет, бобра. Добро пожаловать. А что с давай, ним можно делать? Теперь ты. Кстати, этот понос бобра не так еще и плохо выглядит, я тебе сказал бы. Ну, давай, это две. Лучший понос ты бобра, нежели все у меня выбирать, есть. Все выбирать. Все сразу же? Ну, я казистых. Так, теперь моя очередь, да, правильно? Ты выбираешь. Ты выбрал один из боксов под названием какой-то там, не помню. Эмпл. Теперь мы открываем, давай, фабулы. Давай. Давай. Давай, нажимай. Так, и теперь я вангую, что точно мы получим с тобой синий цвет. Давай посмотрим. Я ванга. Я вот этот. Я являюсь... Вот этот. Я почти был муком ванг. Стой! Я! Синий да! цвет! Синий цвет! Ты слышал? Я же ванговал. Я реально ванга. А только ванга. Ну все равно, ладно, ладно, ничего. Это говно? Ну не бобра. Так, я говно, сам. Говно, но не бобра. Просто говно, да? Это круто. Еще раз, вторая попытка. Я хочу вот этот. Ой, как он круто выглядит. Сочные цвета и вакханальная цветовая гамма тоже. Подаришь мне какой-то из этих? Давай, если выпадет два крутых, один из двух крутых, я тебе точно выпаду. Ладно, скипаем. О, я это на мою любимую пушку. Это на твою любимую пушку? Да. Хорошо. Давай, ты. Теперь моя очередь. Второй раз. Проверяю мою невероятно мощную ауру ванги, которая у меня имеется. Только какой же ящик-то я могу выбрать? Давай, ладно, вот этот вот. Давай, вот этот вот. Давай. И теперь я вангую, что выпадет серый цвет. Но почему-то я чувствую, что именно вот эта вот какашка бобра выпадет. Вот понимаешь? Нет! Нормально. Это нормально? Давно. Да, но не бобра. Ну, не бобра, да. Да, ну это не бобра. Но это радует реально. А скорпион? Да, он какой-то. Теперь твоя третья попытка. Давай. Вангуй, вангуй, давай, быстро, пока не кончилось ничего. Что выпадет? Синий? Он такой синий был. Ну, нет, у него его синий цвет был слишком синий. Даже это не такой, как у простого говна. Давай, ты сейчас, я. Четвертая, либо же какая? Третья попытка. Ты тоже? Я уже не помню, какая-то попытка, ну давай посмотрим. Так, давай. Я должен, подожди, давай перед этим я выберу, какой из этих скинов является большим приоритетом для меня. У тебя что? Ой, супер, сексуально. И очень сильно легендарная, бя, и по анимешному я тебе так сказал. Да? Я хочу его. Погнали. Я хочу его, я люблю анимешки. Не выпадет, не выпадет. Да еще и написано Орочи, это 100%. Ака! Да у меня практически сет собирается. Норм. Нормальное говнище-то выпало, я тебе так сказал. Не будем томить. Быть может, еще с этих всех разов нам таки выпадет что-нибудь более крутое. Ревенч. Ревенч, давай. Вот это, або вот это хочется. Вот это больше. Так, лаки. Я сделаю лаки. Вот так прокручусь. 100%. Вот это я просто. То бишь, подожди, если ты их прокручиваешь, значит, есть вероятность того, что они выпадут. Или зачем ты это делаешь? Может, будет удача так делать. А, ты добавляешь больше удачи к нашему везению. Да, так многие делают ютуберы. Да? Да мне кажется, что это все какой-то вакханальный развод. И кому-то даже выпадал мифик крутой вообще. Да? Да, может, тогда мы с тобой покрутим. Крутим больше всего самых крутых пушек, и тогда точно нам выпадет что-нибудь из них. И напай, быстро. Ладно, давай. Быстро. Смотрим, мать его. Неплохо. Ничего, ну, говнище, но неплохое. Ничего. Ничего, да, так, нормально. А нормально, что? Не будем расстраиваться, так скажем. Ну, не 9, бобра. Это не бобримное говно, понимаешь? Ты обратно приборос. Так, подожди, значит, разнообразие нужно добавить. Давай шарп, да? Подожди, шарпов у нас очень мало осталось. Нет, шарпов у нас много. Слишком много, да? Тогда давай шарпуем. Шарпуем по полной, как говорится. И что? Ну крутись, барабан-то! Да, говнище очередное. Сколько уже у меня их выпало? Я сейчас, стой. Сколько мы их прокрутили-то? Ой, это мои все? Все, что осталось? Это все, что осталось. Все, ладно. Давай, кто сейчас? Давай ты. Шарпуемся вновь. Или фейбуемся? Давай, фейбалуемся. Пожалуйста. Дружище, на три его нормально. Пожалуйста. Пожалуйста, ну выпади. Хотя бы разочек, что-нибудь покраснее. Сейчас выпадет, давай, что-нибудь... я себе на аккаунт. Давай, то бишь, вот это что выпадет, это будет твое, я так понял, да? Да. Ладно. Да нет! Ну ладно, не, забирай. Не, я... Да ну ладно, мы же с тобой договорились. Да, блин. Ну хорошо. Значит, давай так. Если у меня имеется реально большое количество генов этой ванги, которая все ванговала, то давай я попробую тебе что-нибудь хорошее открыть. Как ты думаешь? Нажимать? Давай. Думаешь? Да. Прямо сейчас? Да. Я нажимаю? Да. Ты уверен? Да. Прямо вот нажимаю. Ну. Хорош, поехали крутить барабаш.
Блин, да как-то! Как они это практически балийское было! Я не знаю, что там крутилось, но оно было вакханально эпичное. Хоть бы норм. Теперь ты давай. Калаш хочу такую. Ну, он какой-то не знаю. Мне больше тот калаш нравится, который нам выпал. Давай! Да. Давай! Говнище бобра! Добро пожаловать в студию! Говно бобра! Давай! Да сколько этого говна реально? Сколько ящиков-то мне потратить удалось? Так, что у нас? Один шар остался. Нужно было хоть что-нибудь эксклюзивное оставить на потом, понимаешь? Ну же! Дуск, чертовый дуск! Давай, может, продадим? Ого, так они за голду продаются. Так они вообще, у тебя будет много голды. Да, я вообще крутой, брат. Хочешь? Нет, хочешь? Стой, давай потом. Продадим с тобой за кадром. А потом я покажу, какое у меня количество бабла и будет иметься после этих всех продаж. Давай еще раз ты. Понеслась! Ну что, добро пожаловать, говно бобра. Говно бобра. Очередную, к сожалению. Да, ну, к сожалению. Лучше их продать. Давай, ты последний. Это мой последний, да. А потом твоих два. Нет. Или как? Мы продадим. Да не будем мы продавать, ты что? Давай. Да зачем? А вдруг-то выпадет что-то такое, что наши с тобой его канальные булки растелепаются? Ладно, окей. Давай. Посмотрим. Давай, знаешь, рулетку хоть как-нибудь поддержим. Натрем, естественно, вот этот бубен, и вот этот тоже можно будет натереть. Давай. И теперь на раз, два, три кричим, что есть духу. Раз, два, три. Давай! Он был рядом! Давай, никто не будет продавать, потому что, ну, реально, ты посмотри, давай, какое количество у нас баринного дерьмища. Давай ты задонатишь имеется. Сюда, знаешь что? Как давай я задонатить? Давай тут акция есть. Не хочу ничего донатить, нет. На видео. На видео? Да. Ты меня подстегиваешь на какую-то чепуховину, так, я тебе там скажу. Так, 3 гривны, там офигеть какой-нибудь. Так, ладно, потом, не сегодня. Завтра. Еще у нас будет завтра, с тобой видосы. Завтра. А быть может, хорошо. Я уверен, мы это сделаем, брат. Ну давай посмотрим. Стой, стой, я прошу, умоляю тебя, брат. Ну как так-то? Он был близко, опять этот дерьмо. Дерьмище! Сколько его же здесь? Давай ты. Последний, да? Да. Ну, это последний пак-опенинг на сегодняшний день. И если сейчас выпадет хоть что-нибудь из этого, как его называли мы, бобриного дерьмища, я не знаю, я удалю если это. Нет, если тебе выпадает дерьмо, ты донатишь. А если выпадать хотя бы... Я не доначу. Не-не-не, донатишь. Нет, давай так, если дерьмо выпадает, я доначу. А если не дерьмо, я не доначу. Да. В первую очередь, если выпадает что-нибудь из красного спектра, я не доначу. Но если выпадает что-нибудь не красное, я доначу. Вот так вот, давай. Давай. Поехали, я не знаю, я надеюсь. Надеюсь, красное дерьмо, приди ко мне, я тебя умоляю. Красное, стой, оно прошло. Сейчас у меня нет возможности. Все. На следующий раз мы с тобой договорились. А теперь подожди, мы. У нас есть магазин. Есть давай у нас возможность еще купить. Какой? Чемиллионеус. Покупаем один штукас. Давай, это твой покупинг. И стой, теперь на 3 нормально, все пушки, не поленись, пожалуйста. И на 3 практически все. Только кроме говна бобра. Только то, который хотел. Хоть что-нибудь на 3, потому что ну надо что-нибудь красное. Пожалуйста. Это уже не может быть, столько покупингов. Но ты уже обещал, я умоляю. Что донатишь. Ну да, я уже просрал, конечно буду донатить. Да. Я уже пообещал. Ну только в следующий раз. А мне будешь донатить? Тебе нет. Мы так не договаривались. Давай, нет! Нет, не могу. Нет, я так не могу. Да не, я пожалуйста. Так, стой, это что-то розовое слишком. О, вот это вот более мужское, мне вот нравится. Я это более не люблю, точно. Ну, АБМ. Какая-то пушкинка. АБМ это нормально. А это? Ну же, краснуха, приди. Стой! Он был рядом, ты видел? А ну стоп, давай попродаем. Так, стой, подожди. Стоп. Это же в канале стоит какого-то бабла. Давай посмотрим, что нам вообще. Я не разбираюсь в этом рынке, брат. Но я знаю точно, если я в нем разберусь, то я эти все пушки, которые здесь есть, смогу таки продать намного дороже, нежели они давай сейчас продадутся. Давай заработим серебрянки и будем вещать. Да, мы 100% это сделаем, но только на следующем видосике, да? Вот оно! Бежина А! Что ты хочешь вот меня? Там растелепать меня? Бежина А! Ты хочешь вот туда, меня? Вот туда! Иду. Мы будем кучерявиться сейчас? Зачем сейчас я тебе там нужен? А, жди, сейчас пока раунд начинается, да ты там. Я здесь. Ага, ты на батлете, жимана. Я жду. Стой на месте. Я стою. Я бачу, я знаю. А что ты хочешь? Ты мне хочешь бубенца моего раскошмарить? Стой на месте! Да я стою. Вот, стою, что дальше? Вот ты! Не трогай только! Что это было? Господи! А почему я не сдох сразу же? Меня залагало! Я стоял просто на месте, а потом раз и сдох. Дивися. Хочешь прикол? Конечно. Дивися. Вот стой на месте. Стою. Где? Я ни хрена не вижу! Вот это флешка, это флешка. Это флешка. Ну
тебе. А это мой труп, да, уже похоже? Да, смотри. Я понял, ты, я так и думал, что ты придешь ко мне и кучерявить мою булку, понимаешь? Я чувствовал это. Так, давай последний раз мы с тобой. Давай. Проверим, кто же из нас является лучшим стендофером этого года. А почему я не могу ходить? Твою мать. О, нужно же скупиться. Подожди. Я уже выбрал. Ты уже скупил? У тебя мало денег. Да ладно, я возьму двух пистолетиков и надеюсь, эти два братана помогут мне. Это я. Где ты тут? Где он? Я? Где этот кучерявый? А где ты? Все, сейчас тебе конец будет. Тут какой еще к черту конец? Я уже заплатил бомбу. Подожди, какая бомба? Мы же должны телепаться. Я не думала. Ты не, я сейчас понимаю, что ты... взорвется. А где она должна быть? Ой, стой! Стой! Я забыл вообще наушники. Правильно, а может быть ты снял бы хотя бы свои наушники и дал бы мне хоть какую-нибудь фору? Хоть какое-то попущение, сейчас, потому что чувствуется будет. Из-за незнания вот этих вот всех моментов, я чувствую, что я не добьюсь результата нормального. Ты сейчас знаешь, да, да? И вообще ничего не знаю, что происходит. Я... Что это был? Что это за... Теракты! Долбаные террористы! Заполонили всю планету. Собаки. Дайте хоть стрельнуть. Даже стрельнуть не дают. Черт его возьми. Ладно, выбираем какую-нибудь другую пушку, потому что это не особо мне понравилось. ФАМАС. Что ты скажешь мне по поводу этой пушки? Нормально? Чепуха. Можно начепушить кому-нибудь телепок? Либо же нет. Ваня, как ты думаешь, пушка ФАМАС нормальная, либо же херня собачья? Я не знаю. Ты не знаешь? Ты вообще... Я ничего не знаю. Я тебе не подсказываю. Я понял. Ты ничего не говоришь мне, чтобы я проиграл. А почему я нажимаю на кнопку, она сразу же отпускает? Опять он нажал какую-то... Бомбу! Да. Так, я найду же то место. Конечно, сработает один или же второй раз. Ну, 2-3 раза точно надо мной эта штука не пройдет. Бомба будет там наружная, брат. Я знаю. Где-то есть эти места, которые ты их ставишь. Где-то здесь. В прошлый раз бомбануло конкретно так и в этом месте. Я слышу тебя. Вот он! Какая сексуальная пушка! Где-то здесь бомба. Бомба. Где она? А как? Вот она! Давай! 4! 3! 2! 1! Да! Есть! Нет! 1-1! Мою еще пушку! Вот так вот, Ваня, твоя хитрость немножечко не сработала, я бы тебе так сказал. Вся эта пушка у меня в руках. Ты смотри. Ладно. Тебе конец. Я понял. Теперь твоя хитрость немножечко возросла, я чувствую твой потенциал. Но ничего, я справлюсь с тобой. О! Я слышал. Так, я слышал твои взрывы, или твои пуки, или как это называется. Ты куда-то там стрельнул, либо же промахнулся. Да, я тварь напугал. Где-то здесь, булочка его. А где ты? Я на апленте. А что такое аплент? Это там где-то. Только на Б. Б, юдать ты моё! Ты на другом месте? Да. Подожди, а сколько же здесь имеется мест, в которые можно засунуть эту чёртову ебо? Что это было? Как мне... Прошу, подскажи мне, как поставить мне прицел? Как им воспользоваться? У меня нету кнопки попросту для этого. Вот он! Я засмотрелся на микрофон. Это не считается. Нет, это ни черта не считается. Я тоже куда засматривался. Нет, я тебе скажу честно. Я честно. Ты видишь, сколько волосиков у меня на микрофоне? Я на них смотрел. Не считается. Я тоже смотрел. Не считается. Я не хочу признавать это поражение. Ну, ой, скупиться, я забыл опять. Быстрее купляй. М-16. Очень старая пушка Соединенных Штатов Америки. И до сих пор, в принципе, этот имеет спрос. Это очень неплохо. И калаш, естественно, имеется. Так, теперь я знаю два места плента, и нужно найти еще. Насколько я понял, здесь еще имеются какие-нибудь места. Может быть, здесь, где-то здесь? А! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Откуда он взялся, этот страшный тип? Еще набздел здесь, а? Сколько с тебя всего добротного повысыпалось-то? Хорошо было. А теперь тебе не помогло ничего, потому что я не смотрел микрофон. И даже твой дым, твой пук чертовый серого цвета, ни хрена тебе не помог. Так, ладно, то, что я дорастелепался, нужно опять тебя искать. Ты смотри, 2-2. Скоро будет 3-2. И в мою пользу я тебе хочу сказать. Стало быть... Я буду слушать тебя. У меня же наушники супергеймерские, которые очень сильно улавливают все возможные звуки. У меня есть преимущество, брат. Только я ни хрена не слышу. Ты хоть походи где-нибудь. Я везде тут схожу. Хоть что-нибудь сделай. Ага. А ты поставил бомбу? Скажи мне, пожалуйста. Нет, ты же бачишь, когда я поставлю. Да? Где я это я увижу? На экране где-нибудь выплывет? О, подожди, здесь есть какой-то потаемный ход. Тачка какая крутая. 40 секунд. А вот так, ты понял? Твою налево, и где же теперь? Подожди, я вижу две буквы. Значит, здесь имеются только две стороны, где ты можешь это сделать, правильно? Где ты можешь мне немножечко подосрать, так скажем. Я слышу ее. Она здесь. Вот она! Сейчас я... Где ты был? Да тебя же не было здесь нигде! Я
Я не смотрел никуда. Я дурак! Вот дурак, нужно было чиркнуть практически каждый угол. Я же должен был до этого додуматься. Ну ничего уже, все прокакал. Я пропукал. Но у меня, конечно, денег не так уж и мало, я бы тебе скажу. У меня 3, у тебя 2. Если бы я выигрывал, то у меня было бы более. Так, 3-2. Я опять в проигрыше. Нужно сразу же найти свою сраку и попытаться раскучерявить ее. Я слышу. А тебя? Значит, ты где-то рядом. Да ты где-то. Значит, ты где-то тут подсиживаешь, подстиливаешь мою сранди. Где-то здесь? Нет, тебя здесь нет. Где ты? А, все, я понял. Я нахожусь очень далеко и не там, где ты думаешь. Нет, меня здесь нету. Вот черт. Что-то мне подсказывает, что... Я на Б плачу. Ты на Б? А почему А теперь светится красным цветом? Ну, вот ты после Найба. Да? И теперь Б светится красным цветом. Ой! Ой-ой-ой, какой... Слушай, я... Нет, так нечестно. Я вижу, что твои пушкинцы намного круче растелепают мою сраку. Ну, это такие стороны у тебя. Ты ее прокачал? Здесь имеется возможность качать пушки? Или же я себе просто попридумывал? Скажи мне. Опа, Б-плен. Б-плен. Так, ладно. Скажи мне один момент. До 8 раундов. То бишь, мне еще нужно тебе 6 раз растелепать, чтобы победить. Да, мне еще тебя... 4. 4 раза. Подожди. Ой, да блин, так ты намного быстрее можешь мне это сделать, нежели я. Где? Я на А. Так, ты на А пошел, да? Хорошо, но теперь ты не отмахнешься, дружище, я знаю, где ты находишься. Ты сам, в принципе, спалился и сказал мне об этом. Да. Подожди. Я чувствую хитрость в твоем голосе. Что ты мне подсказываешь, что ты меня обманываешь? И пошел на Б. Ты что-то слышал? Это что, птичка пролетела? Ну да, может, тут птички пролетели. Охренеть, нету его здесь. Как поросенка. Черт его возьми. Нет никаких Вани, здесь не находится. Где тебя на А ищу? Ты опять поставил ее? Ты поставил ее? Подожди, как перезарядиться? Быстро! Быстро! Быстро он идет! Быстро он идет! Как же это? Как же это? Я же засунул в тебя 1 000 000 тонн патронов. 5-2. Ты не попадал. Я даже гранаты не потратил. Все, я понимаю. Твои гранаты мне не особо такие кучерявят. Единственное, что меня бесит, это твоя бомба, которая вечно заставляет меня думать и раздумывать, в каких местах ты можешь ее заплентить. Ага. Вот единственный момент. Нелегко тебя убить. Нелегко меня убить? Да, нелегко тебя убить. Либо же легко. О, тут какой-то ларек. А что это здесь продают? Дайте мне, пожалуйста, содовой с колой, пожалуйста. Ладно, никто не, никого нет. Так. На Б. Ты, значит, на Б. Да, на Б. 100%. Почему я сразу не додумался, что ты именно там? Если тебя там нет, значит, ты тут. Ну, это логично, логично. Нужно зайти в магазин логики и приобрести себе хоть пару килограмм, потому что что-то в последнее время у меня ее очень мало. Вот оно, где-то здесь. Так. 100% где-то его срака здесь сидит. Где ты? Где ты? А я на Аппл. А как ты поставил? А как мне ее? Подождите. Это нечестно, это читерство. Стой! Я не знаю. Я запутался в кнопках пушков. Чем? Да хотя бы дай стрельнуть тебя разочек. Черт возьми! От меня с чертовая кожа отлетела. Я от меня. Я попробую на АВМ сейчас. 6-2. Ну ты песосишь меня конкретно. Теперь я включаю супер мощный, весьма вакханальный режим. Супер слабости, да? Суперсилости, а не слабость. Нет, суперсилости, я тебя уверяю. Ты почувствуешь эту вакханалию. А почему я не могу купить? Ты почувствуешь меня, блин. Почему я не могу купить? О, купил. Я немножко не в ту кнопку нажимал. Так. Я на Б плати буду. Хорошо, я пойду на А. Чекну тебя здесь, может, ты здесь находишься где-то. То не твоя задница. Нет, к сожалению. Значит, ты не на А. Пойду на Б чекну. Может быть, ты здесь. А вдруг ты имеешься здесь, понимаешь? Это же может быть. И здесь тебя нет. Значит, ты на А. Ты 100% ждешь меня. Так, ты где-то там. Я слышал, где ты находишься. Где-то в этой стороне. Где же ты? Я не могу понять. О, идет. Привет, привет! Я же тебе говорил, что я включил Ну я себе у тебя с рукой, что произошло? Оно тебя сломалось. Ладно, значит, и я включаю. Ну, ты заставил меня его включить, дружище. А это очень многого стоит, так и знаешь. Не каждому чуваку. Да ну, завести меня до такого режима. Я, если честно, не выхожу с этого режима, я еще до сих пор в нем. Так что ты не расслабляйся. Я нигде, меня нет, и не буду тебе подсказывать. Игра была бы совсем нечестна, если бы я удосуживался тебе подсказывать, где моя задница на данный момент находится. Но все равно меня интересует, где ты. А, я рассказываю. Ну, конечно, я понимаю. Не понимаю, то, что ты не хочешь это сказать, но мне хочется узнать. Потому что такой сладкий момент, как и растелепание тебе, не заставило бы меня еще больше восхваляться. Где он?
А это не на... двери не открывает. А если я на А буду дисплей? Я не знаю теперь, где ты находишься. Такое чувство, что ты перемещаешься по стенкам. Реально, я тебя не могу вообще нигде найти. Помнится, в те времена, когда я отыгрывал CSGO, я часто находил противников, но почему-то теперь ты слишком... Ото! Вот он! У меня патрики закончились. Тебе повезло. Режим бакханалы! Есть! 4-6! Я твои гранаты не забрал. Ладно. Так у меня же есть гранаты. Зачем мне еще одни гранаты? В прошлый раз мне удалось тебя их изнять. Я возьму вот изъять. Ладно, возьми другую пушку. Эмочка, кстати, неплохо таки, знаешь, залетает в твои бубе. Нормально. Я бы тебе сказала, она неплохо себя показывает. Я жду. Я жду твоего плента. Вот такая вот именно тактика будет на данный момент. Понимаешь? Потому что думать думаешь, и искать я тебя нету. Буду ходить туда-сюда. Ты будешь туда-сюда ходить. Я буду стоять. И что мы дальше будем делать? Время-то тикает. А время тикает, а ты в победе. Ты же больше меня прибил меня, понимаешь? А это значит, ты выиграешь. Где-то тут. Так-то! Насыпала там. Мой режим! Я тебя слышал! Ты где-то был рядом, я был уверен, что ты прям возле меня. Я даже ты не подумал, что ты находишься как раз таки сзади. Черт его дери. Ну ты и коварный жук, я тебе скажу. Что-то... Я что-то слышал. Какой-то чих. Тем 4. Это... Подожди, ты хочешь сказать, что есть... А! Да ладно! Поэтому я проиграл! Да как? Адриан уже проиграл! Да как это так? Да не может быть, я не верю в это. В общем, дорогие друзья, вот такой вот у нас покупенник получился. У меня сегодня в гостях был весьма удивительный парень из одноименного канала Ванёк Ок, который присоединился таки ко мне сегодня в игру. И если вы смотрели видео до конца, вы знаете, что он растелепал сегодня мою жопу. Но это сегодня только, дорогие друзья. Так как мой комбек 100% будет на следующем видосике. И как я уже обещал, видео мы будем много открывать боксов. Также мне придется, мать его, задонатить. Ну, обещал так обещал. Ну, нет. Нет. Мы договорились на другом. Он мне сказал. В общем, дорогие друзья, спасибо за просмотр. С вами были мы. И всем спасибо за внимание. И, как всегда, всем до свидания. Всем пока-пока. До новой встречи.